Приветствую всех. Мы продолжаем наше суровое выживание. Так, это наша новенькая девочка. Она у нас потенциально медик и уже прокачанный. Да, может она быть, конечно, поваром, если подучится. Да, строечка у нее, ну, примитивные какие-то вещи, заборы она может делать. Лучница она потенциальная. Ну, покуда, суть до дела, у нее ничего не назначено. У нас же был очередной налет на базу. Нас распатронили по полной, как видите, по инструментарию моих. Основным оружием становятся луки. Ну, есть еще у нас немного дробовиков. Нам вот пластика понатаскали. Да, не всем я еще луки выдал. Вот, например, у персонажа есть стрелы, луков нет. Ну, сейчас, опять же, если только дадут. Если только дадут все это сделать. Народ у меня облутал бандитов. Кое-какие вещи выкладывают сами, кое-какие не выкладывают. Ну, просто вот эти ножи. Они, если будут выкладывать, то будут выкладывать все. У себя они не оставят. А мне надо, чтобы у них был нож. Хотя бы один нож для того, чтобы прирезать раненых мародеров. Вот видите, тут два лука, там ни одного лука. В общем, полный, так сказать, бардак творится. Говорил и еще раз скажу, не хватает мне вот этой настройки, блин. Если бы у меня была возможность связаться с разработчиками, ну, блин, ну, добавьте вы строку. Оставить столько-то там, например, патронов там, я выставил бы 30, например, патронов там 50 стрел, чтоб один не забирал все с базы, не уносил с собой, чтоб они как-то излишки выкладывали на базу, но минимум какой-то у себя поддерживали. Так, ну что у нас тут? Нам, скорее всего, спокойно разобраться совсем не дадут. Мальчончик мой главненький, главненький мой кинь. Но правда же. Да берите. Чеши мне спинку, блин. Да расскажи мне на ночь сказку. Ну, вообще. Вот видите, те вещи, которые сказано им не убирать на базу, они в результате их и не поднимают. Вот они остаются. Ну, карта. Какая-то карта у нас появилась. Сразу смотрим на карту, не открылись ли нам новые территории. Ну, вот это уже было открыто. То есть, ну, новых карт нет, ну, нам не дадут нормально, спокойно заняться всем. Потому что к нам идут активно зомби. Да, и тоже вот такая неудобная штука. Говорил, был. Нет у меня быстрого переключения между оружием. То есть вот я хочу взять, например, пистолет, я должен вот таким образом. Господи ты боже мой, мальчик, у тебя даже штурмовая винтовка есть, 4 лука у тебя. Да, ты у нас гипер Робин Гуд. Ты у нас гипер Робин Гуд. Полосочка ранения его чуть подуменьшилась, судя по всему, визуальненько. Да, даже пока я не буду убирать этих покойничков. Что-то мне первые разы, когда я играл, мне показалось, что они исчезают с базы. Ну, как-то нет, они валяются. Не валяются дружно. Так. Вот в этот момент, как всегда говорю, сразу нажимаем паузу. Чтоб не тратить наше драгоценнейшее время. Потому что пока мы вот это все долго и нудно там перекладываем, складируем. Автомат ложонки не нужен. Пестичек. Будешь ты у нас с лучником. Пестик тоже ложи. Патроны тоже ложи.
Так, этот мы тебе оставим. Вроде бы, ага, у тебя этих, как всегда, где ты их только набираешь. Оглянуться не успеваю, у него полные карманы бинтиков. Так, тебя мы рассмотрели. Так, ага. Тебе дать задание, чтобы ты что-то делал, да? А чё я вышел из этого режима? Что у нас тут? Тут у нас два лишних ножа, два топора. Вот отжимаем. А, она у нас в хатке спит, бедненько. Давай, давай. Чем дальше в лес, тем игрушка стала почему-то тормознее открывать окна. Вот это аж 25 стрел, 125 стрел, блин. Нагреблася. Так, что у тебя лишнее? Вот это у тебя лишнее, да? Так, дальше. Тут у нас по минималу. Но если сам он с базы патроны возьмет на пистолет, то пускай берет. Это не это Лидочка. Если ты сама с базы патроны на пестик возьмешь, пожалуйста, я возражать не буду. Так, а вот этим надо подходить. Он там что-то готовил, наверное, или что, ну там, или складывала бедненькая. Что-то там. Тай, палки. Бум, пробум, пробум, пробум. Ну, на паузе мы не берем, да? Здесь надо паузу отжать. Потом, когда у нас откроется это окошко, он что-то, ну, вообще сильно тормозить стало, блин. Этот нагребся бутылок. На бутылки у меня на автоскладированное не поставлены, потому что эти лошары потом будут кричать мне водички попить нечего. В результате вот вручную приходится все эти излишки бутылок перекладывать. Так, пистолет, дробовик, лук. Знаешь что, наверное, мы начнем экономить патроны. У нас стрелы уже начали заводиться. 64 стрелы тебе выше крыши хватит. Посмотреть, что у нас может быть. Касочку помощнее тебе дать. Касочки у нас уже барзамоцные завелись. Поэтому да, одевай. Что они на базе будут валяться? А ну штаники у тебя я не знаю какие, ну одевай. Чем еще надо эти самые лишние тряпки все поперебирать, посмотреть, какие тут тряпки они не ахти какие. Да. 12 золота она стоит, а вот это у нас 20 золота. Но тут по цене в этой, благодаря камуфляжу, еще скрытность выше. Он параметров защиты, но у нас нету. Знаете, как в Диабле там раз посмотрел параметры защиты. Что тебе, да, очочки тебе можно выдать. Ты ж у нас так вот, да? Очочки. Так, что у нас еще? Я смотрю. О, уже 480 стрел на крафт. Девочка, блин, молодец, блин, золото. Крафтит и воюет, и крафтит, и все остальное прочее. Что ж я тебе еще хотел? Ну, я тебе хотел оружие ближнего боя какое-нибудь получше твоего мачете дать. Урон неплохой у него. Ну, как говорят, мне дистанция малая. Что бронированных лучше бить тупым оружием, а я надеюсь, бита хоть она и с гвоздями к тупому оружию относится. Даже вот такие вот у нас хознужды. Я тут еще от кувалда есть, не вообще радиус 2,5 метра, но биты у нас сколько? 2,3 метра. 10 она стоит, а кувалдочка 12. Давай тебе кувалду тогда я дам. Она и против зомби будет достаточно эффективной, и против кого хошь.
У тебя бинтов тоже хватает. Такое впечатление, что у меня кто-то бинты крафтит, блин. Так, кто у нас следующий на очереди? Ты у нас дружище, у тебя два ножа. Стой, стой, моя радость. Стой, стой, стой. Иди вот сюда. Да отойди ты, блин. Ай-ай-ай-ай. Да ну ёшкин кот, блин. Нет любимой кнопочки Е или F. Совсем для другого они предназначены, эти кнопочки, блин. Чтоб вступать в взаимодействие с предметами, блин. Так, у тебя и то, и это. Ты вообще, ты фраер такой. Конкретный, конкретный фраер. Ну, я же говорю, вот у нас огромный... О, у нас уже забито все. Стрелы у тебя есть, бинтики у тебя есть. Ну, широчку, если что, ты на базе возьмешь. Так. Надо начинать... Ой, уже тут уже начали наполнять вовсю. Да, нам уже не хватает места. Столько... У тебя катана, блин. Конечно, катана. Нафиг все. Так, вот это вот тебе. Патроны, конечно, в одном месте где-то хранить бы. Так, лук, дробовик тебе не нужен. И пистолет тебе не нужен. Патроны, я надеюсь, ты и так будешь лутать. Все, мы все переходим на совершенно другое дистанционное оружие, такое как луки. Так. Это Катюшка наша. С Катюшки с нашей все это. Нет, что-то еще влазит туда на базу, да? Так. Автоматчик наш. Патроны на дробаш не нужны. Дробаша, по-моему, даже и близко нету. Это тоже тебе не надобно. Как в принципе, наверное, калаш. Потому как нет на него патрона. А, и лук у тебя лишний есть. Да? Так. Ну, только не говорите мне, что уже кто-то напал. Так, а ты куда собралась? Ты у нас охотница. Нет, это Купер Вильямсон. Да, он на мозги подолбал так неплохо. Но зато он девочку рыженькую с косичкой привел. А что ты за ним еще бегаешь? Красавица, перестань следовать. По-моему, я уже давал тебе такое задание. Ой, не-не-не-не-не, у нас же там все забито. У нас там все забито. Узять, фас, взять. Так, вот это положи назад, вот это положи назад, это положи назад, это положи назад. Вот это одну единицу положи назад. Топор у тебя есть, ты у нас, по-моему, фермер, я даже не знаю. Ты, наверное, двумя сразу пользуешься. Наверное, огнестрел мы весь. Только особо избранные особы будут у нас носить огнестрел. Мы будем накапливать патроны для каких-то более сложных дел. А сейчас переезжаем все на луки. И, возможно, после этого нас мародеры, по крайней мере... начнут злобно дрючить. Так, ты, девуленька, у нас что? Тебе надо лук дать, тебе надо дать какую-нибудь махалку. Так, патроны потихоньку копятся, это хорошо. Не время их просирать. Давай, открывайся быстрее. Так что бери, девочка, лук. У нас на базе есть... Есть у нас на базе, это я точно знаю. Так, у тебя стройка кое-какая. Так, пока она не выложила. Топор, наверное, тебе надо дать. Бутылочка у тебя есть. Бинтика трое, мало. Три бинтика мало. Касочку, да? Одеть, а эту положи. Эту будем продавать. Ронничек, у тебя на коленничков нету, топорик тебе надо. И если что, у нас можешь работать лесорубом. Так, так.
Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Рюкзачок у тебя хороший. Бутылочка есть. Что ж тебе еще? Ага, во-во-во. Это тебе насунуть. Надеть. Так, вроде мы ее защитой снарядили. Стрелы теперь ей выдать. Где же наши стрелы? Это ж были, точно были стрелы. Ух, елки-палки. Да, можно. Можно так вот, не стесняясь. Можно не стесняться. Ага, очечки тебе дадим. Ну. Так мордочку твою не прятать под балаклавой. Будешь ты у нас в очечках. Ну, дадим мы тебе лопату, потому что, может быть, придется тебе ставить ловушки. Не ложи ее на базу только. Так вот. Так. Что у нас еще тебе можно дать? Ботиночки ты, если что, наверное, сама возьмешь получше, которые. Крафтить ты что-то хорошее сможешь. У тебя двоечка максимум. А, это строительство. 507 за монет. А, мой мальчик, если сложит с теми, которые у него есть, он уже, в принципе, может начинать надеяться купить кое-какие полезные вещи. Ты-дынь. Ты-дынь. Сразу глянем. Угу. Будешь ты у нас женщиной-железнодорожницей, которая рельсы таскает в зубах и кувалда их забивает. Так. Вроде бы как все мы раздали. Может, ножик тебе надо дать. В принципе, сформировать охотника. Да. Окей. Вроде бы все. А, бинты. Ну вот, вот такой вот подробный процесс. Чтоб люди не думали, что игра состоит только из радостного уничтожения зомби и мародеров. И ты у нас говорила про то, что ты дохтарица. Раз ты у нас дохтарица, то ну это не сейчас. Мы с тобой как-то засядем, возьмем, переберем тут все поганые вещи, которые особо сильно нам не нужны. Да где ж бинтики, а? Помню, что должны были быть. Или бинтики у нас не туточки. Ой, ты кого увидел, а? Кого ты увидел? Кто-то у нас там на кого... А, и зомби пришли. Блин, я забыл, я увлекся. Я увлекся выкладыванием вещей. Ну, надеюсь, он убегает. Сейвиться посему я не буду. Я продолжу. Чувак, ну не влазь ты, а. Пожалуйста, ну не влазь ты к зомбям, к этим долбучим. Нету тут бинтиков. Ладно, у тебя 3 бинтика есть. А ну, блин, ты что? На зомби патроны тратить. Что у тебя? Что у тебя из оружия есть? Лук у тебя есть, лосяра? У тебя бинтиков до хрена, лука у тебя нет. Ты у нас мальчик, девочка. Ты, ну еще одна вышла, блин, патроны тратить классные. Ну там у нас ловушки пошли работать. Видите, зомбики кидаются на тела, которые я там разбросал. Они на них, в принципе, подвисли, застряли. И они вон кидаются к этим телам. Ой-ой-ой, свежина, свежее мясо. Я пойду кушать. Да, я люблю свежее мясо. Так. Я же хоть бери и выкладываем эти патроны на дробаш. Блин, ну а придут эти самые мародеры, блин. Чем мы их уж пенить будем? Так, стрелы. Да фигищи стрел у нас было. У нас почти там 500 штук их было. Поэтому стрелы мы не стесняемся. Так. Ты кувалду взял. Ну, смотрите, видите, он как зомбяки. Да ну, какое дерево. Да елки-палки. Неудобно вот это, блин. Он наводится. Вот это...
А вот теперь мы, наверное, сделаем сохранение, ну, дополнительное. Давай быстрее, что ты так тормозить стала? Дефрагментацию винтов сделать надо. Да, у меня, кстати, можете поздравить, у меня очень большая радость. Наконец-то появилась в доступе долгожданная игрушечка. Которая называется Династии Дикого Запада. Ну, если кто-то интересовался, это тоже такая песочница-выживалочка. Ну, каких-то более спокойных. Да куда ты идешь, дура? Ну, это вообще конченая. Зомби, что ли, не видишь? Пошли дробь тратить, блин. Вот. Сволочь, сволочь, из-за тебя дробь потратили. В общем, это тоже такая песочница-выживастик. Там можно целую деревню свою построить. Ну, в общем, мы, да, мы отбились от вот этих зомбей. Потратили мы, конечно, полезные до слез нам дробовые заряды. Ну вот ловушечками вот так вот можно с зомбями справляться. Если 2-3 охотника, то они эти ловушки будут успевать устанавливать. Главное, чтобы кто-то из персонажей успевал бегать к соседям, к друзьям и сообщать им, что, ну, ребята, мы там вот наделали такую каку. Ну, да, на этом я, наверное, эту серию подзакончу. Ох, да. Да сволочь ты такая. Так. Еще одно вот мародеров. К сожалению, у нас, по-моему, мародеры все-таки унести под ранка. Остался всего один тут трупяшничек. Ну, в общем, да, вот такой вот идет процесс мне опять. Собирать, собирать, складывать, складывать, собирать, отстреливаться, складывать, собирать, собирать, складывать, отстреливался. Ну, в общем, примерно так. Как говорил один из моих начальников на заводе, вот примерно в таком ракурсе. Вот. Так что, да. До скорых встреч. Какой-то не сильно бодрый был сегодня. Ну, так вот, такая вот бытовуха. Такая вот небольшая бытовуха с войной, отстрелом. Ну, вот, видишь, начали мы работать. Ну, все. На этом моменте я сохраняюсь. Желаю вам доброго здоровья. Прошу прощения, что-то погода, видать, какая-то сонная. Так что да, до скорых встреч, надеюсь, я буду пободрее.